Ну и так, как сегодня любят делать всякие тесты, я заметил, причем делают люди совершенно в этом деле неграмотные, ну, абсолютно любители, но они берутся тестировать художественные материалы, при этом сами признаются, что вот, мол, мы не знаем, что из этого получится, там и краски, ну, в тренде сегодня все это дело. Я очень не люблю все эти тренди-бренди, брендовые дела. Но вот здесь немножко другая история. Я уже рассказывал про то, что я пытаюсь найти чернила. Я уже говорил про разные чернила. Не знаю, показывать, не показывать. Но давайте покажу заодно. Есть вот такие вот. Ну, все знают, какие они. Есть чернила, а есть черная тушь. И я снова сегодня зашел в арт-бутик, снова сегодня попросил что-то мне такое дать, то, что вот, чтобы это было абсолютно черное, без всяких оттенков, чтобы достаточно. Это было укрывистое, потому что очень многие чернила, вот, например, эти или еще какие-то, они жидкие, какие-то сизые, не дают черную абсолютно линию, она такая полупрозрачная в какой-то мере. Короче говоря, среди всех имеющихся чернил меня пока вот, ну никак, я не стал покупать эти Паркер, или как-то давным-давно покупал, и как-то они на меня великого не произвели впечатления, согласно их огромной цене. Потом я слышал, еще есть чернила Пеликан, там написано водонерастворимые чернила для авторучек. Не пробовал, вообще не видел в продаже, но вот только видел в интернете, и стоит это что-то от 1000 до 1500 рублей, то есть дурдом. Я даже если я их найду, я просто не хочу принципиально ими пользоваться. Но я буду лучше пользоваться обычной, стандартной тушью и так далее. Но все же хочется. И я всегда, я пользовался, вот уже брал эти чернила универсальные. Что это? Это чернила водорастворимые, AC-Line какой-то, матовый черный, ну, в общем, то, что мне надо. Это для принтеров. Универсальные чернила для принтеров. Я уже говорил, я спрашивал, чернила пигментные. Чернила для принтеров бывают двух типов. Пигментные и вот как тут написано, водорастворимые. И все же я их хочу протестировать. Посмотрим, будут ли они, насколько они будут растворимыми. Что называется водорастворимыми для меня, в моем понимании? Это не то, что их сейчас можно растворить водой, и они станут полужидкими, да? Меня-то интересует то, что они после высыхания, после того, как я нарисую, будут ли они растворяться водой. Ну, сами понимаете, речь идет о том, чтобы потом можно было это дело закрашивать или подкрашивать, или по этим чернилам. Ну, давайте будем это разрезать. Как любят это вот подавать вот так вот, я тоже подаю, распаковка у них называется. Ну, понятно, все понятно. А, ну давайте уж, если следовать жанру, давайте прочитаем. Как-то меня упрекнули, что читать надо эти самые инструкции по применению чернил. Это когда я купил под видом чернил, я купил тушь. Сейчас расскажу, кстати говоря, расскажу, коль на то пошло. Вот они, этот Винсдор и Ньютон. Написано «Инк», видите? Вот не заблуждайтесь. По-английски «Инк» – это как чернила. Черные чернила. Мне и продавцы также это продали. И я, конечно, не стал читать инструкцию. Чернила и чернила, поверил. Залил в дорогую ручку. В конце концов, она забилась, потому что чернила эти, ну, тушь, оказывается, водонерастворимые при этом. Вот такие дела. И я, ну, подпортил себе ручку. Конечно, все это решаемо и можно исправить, но тем не менее. Примерно то же самое, только там инк написано. Не-не. А здесь вот черный тоже инк написано, но хотя бы написано тушь. Как бы русская, так сказать, транскрипция.
Черная инк-тушь. Странно. Ну ладно, ну это так и подавалось, правильно. Это акриловая тушь, вот это вот. А это, учтите, не чернила инк, а тоже тушь, если по-русски. Что происходит? Это когда засыхают, начертишь, все совершенно верно нарисуешь. Вот это хороший, конечно, что там говорить, и черное, и укрывистое, и в воде разводится вот на листе, на сырой поверхности. Но когда высыхает, да, тоже. То есть это для работы пером, вот таким вот, идеальный вариант, вот для таким пером, который потом надо мыть. А вот во вторучку не зальешь, а вторучка рано или поздно и испортится. Поэтому я ищу такие чернила, которые бы можно было залить в авторучку, и при этом бы они высыхали. Я так думаю, что это какие-то спиртовые должны быть чернила на основе спирта. Ой, как она, какая здесь это самое. Я пытался ее уже отодрать. Ну, прямо мощная заклейка. Она неотдираемая от этого самого. А, ну так вот, вернемся к распаковке, это называется у них там. И они рассказывают и про коробочку, рассказывают, и про какого она цвета, и какие там вкладыши. Господи, господи, как люди... Вот вы посмотрите насчет распаковки. Совершенно неотрываемая эта штуковина, ну, оставить ее как-то. Знаете, я сейчас не буду заниматься, наверное, этим... Потом я ее все равно оторву. Она неотрываемая. Это же надо, вот какие клеи понапридумывали, которые не отрываются. Все, ладно. Я это оторву. И что здесь удобно? Ну, вот двойной колпачок, уж если я берусь тестировать, который вот так вот закручивается. И здесь вот такая вот пипетка, дырочка. И отдельный вот такой колпачок. Ну, это все сделано для принтеров. Я сейчас не буду этим заморачиваться. Стоит 250 рублей, как вы видите. Ну, черная вода. Сколько здесь грамм-то? А черт, 100 миллилитров, да. Ну, давайте прочту. Как уж тут. Заправляйте картриджи в соответствии с этим. Ну, мы картриджи не будем, поэтому не надо. Ну, тут меры безопасности, то есть там глаза промывать. Недоступное для детей место. Уж из чего это сделано? Чем пахнет, сейчас понюхаю. Абсолютно без запаха. Откройте крышку, так далее. Проколоть тут они предлагают. Ладно. Приморский край, импортер Россия, ну а сделано, конечно, все это в Китае, наверное, да? Не знаю, вообще тут Казахстан еще. Canon Epson Brutter, модель C, I1BK, состав вода, глицерин, диэтиленгликоль, вот теперь мы знаем. Состав вода, глицерин, диэтиленгликоль. Не знаю, что это, химиков надо спрашивать, но, судя по всему, это будет у нас глицерин не засыхает, вода не засыхает. Ну, то есть, да, навряд ли это мне подойдет. Но просто как чернила, которые, по которым потом не надо будет делать, возможно, подойдет. Но так или иначе, давайте пробовать. Давайте будем пробовать. Сейчас протестируем. Долгое у меня вступление, извините. Это ручка. Ну, давайте что-нибудь напишем. Растекается. В этом есть и плюсы, и минусы. Она такая... Даже вот на офисной бумаге она дает такую вот, видите, линию растекающуюся. Теперь давайте попробуем это дело водой. Как вода работает на этом. Вот видите, так вот. Вот, красиво, относительно красиво.
Да. Размывается нормально. Дальше, что я еще могу сказать в этом тестировании? Цвет черный нейтральный, но размывается слабо. Слабо. Я бы хотел, чтобы размывалось лучше. Есть немножко сиреневатый такой оттенок. Есть. Укрывистость очень хорошая, просто черная невероятно. Во вторучку наверняка это можно заправить. Но меня задача интересует, насколько это потом можно будет водой поверху работать. Вот обратите внимание, я не знаю, насколько это видно по цветопередаче монитора, есть сиреневатый оттенок, такой сиреневый, сизый, что мне не нравится. Но я вот обратил внимание, что то ли, ну вот когда высыхает, снова возвращается нейтрально-серый цвет. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Сейчас мы еще попробуем это кисточкой покрасить. Укрывистость великолепная, просто, ну, просто чудесная. Я такой еще даже не видел. Она абсолютно черная. А, да, надо проверить, как это работает с водой. Но я проверял, но я имел ее в виду с размывом воды. Ну, я поддался в данном случае тренду, так сказать, этому тестированию. Обычно я так сильно серьезно к этому не отношусь, и это, наверное, мой недостаток. Вот, развел ее. Она, если вы видите, она такая сиреневая сейчас. И здесь она сиреневая. Но когда она высохла вот в этом месте, сиреневатость это куда-то уходит, и все возвращается к идеальному нейтральному цвету. Это очень хорошо, это мне нравится. Ну, вот так вот она у нас работает. И что характерно, обратите-ка внимание, это находка. А вы посмотрите, она же не... Вот сейчас вот подсохла, буквально и минуты не прошло, да? И, ну, несколько минут. А ведь не размывается. Неужто я нашел тот вариант? Ну, когда-то давно я, когда экспериментировал, я находил такой вариант среди чернил. Посмотрите. Совершенно не растворяется. То есть поверху, ну что, мы нашли тот идеальный вариант, что ли, случайно? Вот сегодня мы сделали с вами открытие. При этом, ведь это принтерные чернила, правильно? Вы сами понимаете, какое высокое требование, высокие требования к их дисперсности, очень маленькие, я так понимаю. То есть, чтобы не забивать головки картриджи и головки печатные принтера. А они, насколько я знаю, насколько понимаю, гораздо нежнее, скажем так, чем авторучка. Вот, авторучка. Ну вот, типа этой, да? Вот она. А это немножко другая у меня ручка. В смысле, заправлена она у меня другими чернилами. И достаточно капризная. Вот сейчас я ее солью куда-нибудь и заправлю новыми чернилами. Это вот, по-моему, они же и есть. Вот так у меня все бутыльки поперепутаны. Ну, вот эти новые я путать не буду. Ну, и чем хороша вот эта ручка, посмотрите, какой у нее большой резервуар. Вот. И поршень здесь ползает. Я про эту ручку рассказывал. Можно и промыть ее, но водой я не буду промывать, потому что появится сизость. Я думаю, что вот я сейчас удалю эти чернила. Никакой особой химической реакции не произойдет, если я эту ручку сразу окуну в новые чернила, в эти принтерные Black Universal. И просто наберу. Моя задача все-таки не смешать те, не капнуть, не налить. Ну, не налил, конечно, я туда, там практически ничего. Итак, вот я ее протираю. Может быть, здесь еще на пере остались остатки предыдущих чернил, буквально через несколько штрихов. Вот.
Здесь есть и достоинство, и недостаток залитых чернил. Я сейчас залил чернила сюда, вот эти вот. Они все-таки в большом количестве, видите, дают линию такую вот. Видите, как она растекается? Но это, с одной стороны, очень хорошо для больших рисунков. Для мелких не пойдет. Для мелких надо выбирать очень-очень тонкую ручку. Но у меня здесь перо, оно, я уже рассказывал, как заточено специально. Так, чтобы можно было рисовать и так. Толстовато, да? И при перевороте пера тоже линия не идеально тонкая. Ну, это прощается, поскольку такая тонкая линия, она только нужна для миниатюр. Волосяная. А с другой стороны, мне очень нравится. Мне как раз нравится, что она, видите, на конце растекается. Вот. И любое... Это придает живость, это убивает сухость, которую нам дает там гелевая ручка. Даже гелевая, она просто очень сухая, она чертежная, не нравится. А здесь штрих вот такой, живой. Более того, видите, вот. Но у этого пера, я уже рассказывал, да, особенность, что его, когда переворачиваешь вот так вот, то... Можно получать вот такую линию и рисовать вот таким вот образом. Да? Ну что, вот я заправил эту ручку. И сейчас мы что-нибудь нарисуем, что ли, давайте. А потом попробуем подкрасить. Ну давайте, уж тестировать так тестировать до конца. Ну, мы уже разобрались по поводу этого, да, что она совершенно не растекается после высыхания. Видели? Это серая, потому что она серая. Я сейчас, если ее помою, абсолютно не растекается. Вот мы и нашли. Серость, которая здесь появляется, это серость кисточки. Иначе бы она растеклась сразу. Все. Вот так вот открытие в прямом эфире произошло. Ну, давайте что-нибудь нарисуем, а потом акварелькой поработаем. Ну, что нарисовать? Вот у меня коровка есть. Коровка, позировать будешь? Давай, сиди. Главное мне ее не запачкать. Сейчас мы ее нарисуем вместе с бутыльком. Иди сюда. Вот так сиди и позируй мне. Ну, растекается достаточно сильно, она во вторучке, ну, я не знаю, на большие, для миниатюр, вот это А5 формат, наверное, такая линия достаточно толстовата. У нее вот такие вот тут как бы рожки. Но правда, они давно перестали быть рожками. И являются особой приметой ее. Рожки-то костяные, а здесь у нее такие они из этого. Ей уже 12 лет, как мне ее подарили. Мне ее подарили в больницу. Когда я лег в больницу на операцию, то мне ее подарили, и она со мной присутствовала все время. А потом стала со мной путешествовать. Вот здесь рубашечка у нее такая зелененькая. У нее был еще язычок такой красненький, там остатки есть, но я его убрал. Вернее, она его потеряла, когда я ее стирал. А потом я решил, что ну что у нее язык торчит вот так вот. Ну как неприлично. Она у меня коровка-то это самая. Там у нее бриллианты
бижутерии. И ей всякие люди дарили разные подарки. У нее даже есть свой маленький фотоаппаратик. А мне мой внук подарил ей, когда был маленький. Но я думал, что он... Сейчас ему уже 12 лет. И он такой взрослый уже. Ну, мы с ним мало общаемся, он живет в другом городе. К сожалению, он не проявил к ней любви никакой. Взрослый, он компьютерами занимается. Я ему поначалу посылал приветы от коробочки, от этой. Ну, парню в 12 лет он считает, что это несерьезно. Что дед с ума сходит, наверное, с этой коровкой. А она моя спутница, она веселая, она добрая. Вот. Для меня как живая. Так вот, она раньше говорила, и у меня даже есть записи. Она говорила, если на пузечко нажать, она говорила, я тебя люблю своим таким игрушечным голосом. Ну, такие чудеса. Китайская, наверное, да? Она в девчачьей какой-то этой была юбке, но потом я ей рубашку отобрал у другой игрушки. Они поменялись. Сделал рубашку. Она теперь такая пацанка стала у меня. Ну, собственно, вот что я хотел. Тут вот этикетка такая черная. Ну, ничего. Для крупных. А5 формат вот для теперь для этой ручки мелковат все-таки. Хотя, с другой стороны, может и быть. Выписывать ли здесь мне шрифты, не знаю, но давайте все-таки эту принадлежность. Б. Производителя я так ведь и не указал. Ацилайн написано, да. У нас в Иркутске, по крайней мере, не знаю, как в цивилизации, абсолютно все уже китайское. С одной стороны, стороны нас теперь не пугает проблема санкций. Нас кормят, одевают и делают все девайсы китайцы, умеющие подделывать любые бренды. Но вот если с китайцами еще поссоримся, тогда будет крах, потому что своего-то ничего нету абсолютно. Практически, ну, какая-то мелочь совсем. Поэтому есть такое мазохистское отношение к этим санкциям, что, может быть, хотя бы они заставят наших главников, ну, то есть главных начальников, одумаются, и, может быть, хоть они заставят нас, их жизни и санкции заставят вернуть нашей стране достоинство и так называемое импортозамещение. Ну, что-то не видно особого импортозамещения. Ни заводы, ни фабрики, ничто не в Иркутске не возрождается. Только стройка идет, мощная стройка этого газопровода на севере. Что еще процветает, не знаю. Может, что-то и процветает. Там в сельском хозяйстве у бурятов что-то получается. Но это по сравнению с тем, что было раньше, это такая мелочь. А вот. Ну, собственно, то, что я хотел сделать, сейчас мы возьмем. Чуть-чуть подсохнет, паузу сделаем. И попробуем это раскрасить.
мой походный набор акварельный, который уменьшается, уменьшается. Здесь у меня вот лежит как раз эта самая акриловая тушь, которую я брал, но что-то у меня работа не пошла, потому что на улице с бутыльком не очень удобно. Да, вот я еще не рассказал или рассказывал про ресведеры. Это у меня минимальный набор для скетчинга, так сказать. Не люблю очень это слово, но я в некоторых случаях его употребляю. С оговорками, с большими. Ну что, давайте попробуем походным набором воспользуемся. Для этого у меня есть бутылек вот с такой вот липучкой. Я ее вот так вот прилепливаю. Хотя, может быть, сейчас и не понадобится. То, что я называю скетчингом, это цветной рисунок акварелью. Видите, в русском языке нету одним словом выражающего вот то, что я буду делать, а именно черную линию и цветное пятно. Цветной рисунок акварелью, вот я допускаю название скетчинга, хотя дословно, помните, я был в Эрмитаже, делал оттуда репортаж, и обнаружил, что на этюдах Иванова, старого, еще позапрошлого века художника, написано «скетч». Меня это удивило, но я так понял, что это не что иное, как эскиз, дословно, да? Ну, что значит «понял»? Я раньше знал. Вот. А сегодня скетчингом стали называть рисунок дилетантский. Вот о чем речь. Любительский рисунок стали называть скетчем. Явление такое появилось. Ну что, коровка, будем тебя раскрашивать, да? Начнем с розовеньких моментов. Ну, она немножко потеряла уже цвет. Она старенькая по меркам игрушки. Ну что? Меня-то интересовало, да, у нее лапки вот эти были розовенькие, сейчас они уже не розовенькие. Тут вот язычок у нее был розовенький, теперь уже не розовенький. Я же ее даже мою и стираю. Ну, коли я взял розовый цвет, то мы его введем и сюда. Заодно мастер-класс по раскраске, что я не очень люблю. Коли я использовал этот розовый, я здесь пока переходов не делал, то я его использую где-то и здесь, просто для поддержки. И при этом делаю вывод. Чернила абсолютно не растворяются. Вот то, что я искал, невольно я это нашел. Ну, про работу акварелью я не буду сейчас рассказывать. Сильно разводить эти акварельные разливы тоже не буду. Я сейчас просто тестирую. Здесь у нее такие оранжевые. Ну, наверное, это копытца или туфельки. Вот. Ну, из секретов, не секретов, а как бы правил. Вот коль мы этот цвет использовали, то его надо где-то вот сюда тоже дать. Так вот примерно. Ну, опять, если начнем, то надо, можно это уводить в прозрачность, да? Вот так. Через воду. Как-то так. Можно сделать... Ой, глаз поплыл. Но это потому, что здесь пятно оказалось воды. Можно и так оставить, да. Можно это вообще в живопись там превращать. Но акварель, она размывается, поэтому вот это место можно тоже даже размыть. Вот здесь вот жестко получилось.
Можно не размывать. Ну что, так оставим. Нет, у нее зеленая, давайте, это самое. Кофточка. Там клетчатая такая. Уж рисовать. Ну, короче, сегодня мы, коровка, ты не то чтобы извини, а мы тебя реалистично, можно сказать, почти что рисуем. Вот. Реализмом занимаемся таким вот. И тут же я в тень, хотя здесь нету зеленого, но тем не менее я его сюда. Это почти остатки или как бы намеки на рефлексы. Такие импрессионизмы, короче говоря, видите? Ну, конечно, здесь есть рефлекс от этой самой. Поэтому мы вот голубенькое сюда запустили, зелененькое сюда запустили. И сюда запустим чуть-чуть. Вот так. Можно фон покрасить, можно так оставить. Ну, коль я уж тестирую, там вокруг нее все черное. Да, ну, мы ее немножечко чуть-чуть серым, не знаю. А, ну, раз черное есть, можно и серые. Ну, начинаем уже объем прорисовывать. Вот мы уходим уже от графики сейчас. Как только появляется имитация объема с помощью вот этих теней, полутеней, то сразу заканчивается чистая графика и начинается, ну, можно сказать, путаница. Я всегда говорю, что грамотный художник-график, он старается не имитировать. Объем, не имитировать все эти тени, полутени. У графики, у настоящей, у чистой, вот в чистом виде нету теней, полутеней. Именно поэтому я графику называю более условной, то есть ближе к искусству. Ближе она к искусству, потому что искусство – это условность. И чем больше условность, тем больше искусство. Чем больше художник стремится к реализму, тем искусство меньше. Ну, правильно же? Реальность – это же не искусственность. Искусственность – это искусственность, а реальность – это реальность. Вот. Поэтому стремление к реальности – это уход от искусства. Вот сейчас я этим практически и занимаюсь. Хотя очень многие путают искусство и искусность. То есть искусное умение имитировать что-то, в данном случае природу, там, объем, имитировать. Не создавать свою собственную условность, а имитировать, черт побери. Мало кто понимает эти мои рассуждения. Я же их не запрещаю. Я просто говорю про чистоту стиля. Я просто говорю про гамбургский счет, как говорят, да? Ну, и вот этим делом можно заниматься до бесконечности. И превращать эту картинку в конечном счете, если бы особенно я это тщательнее нарисовал, в фотографию почти что. Но дело в том, что никогда такой задачи я перед собой не ставлю. Хотя даже очень многие заказчики просят, как на фото, как на фото. Господи, вот коровка, да, вот. Ну и зачем бы я ее как на фото рисовал? Ну тут вот тень такая мощная, ну что, будем делать? Но опять же, если заниматься реализмом, то в принципе-то в реальности чисто черного цвета нет. Поэтому и черную краску-то не надо было бы использовать.
Поэтому в черную краску лучше добавить какого-нибудь цвета. Ну какого? Можно контрастного, и тогда это станет запестрит. Можно все-таки, ну вот давайте возьмем вот этот вот темно-зеленый. Вот он как бы начинает перекликаться с этим. Тут у нее хвостик. Хотя теория теней, если можно сказать, что такая есть, ну, в живописи есть, она сложнее, там, тени можно делать и цветными. Есть мнение, и хотя я как-то на практике, вот на практике я этого не замечал, не то, что не замечал, я не мог, что это такой непреложный закон, что если свет теплый, ну, солнечный, например, то тени как бы холодные. Если свет холодный, ну, например, вечернее, пасмурное освещение, то тени темные, теплые. Не знаю, кто хочет, проследите за такой закономерностью. Я пытался, ну, почему-то, хотя это говорят, что чуть ли не закон цветофизики. Ну, вот я опять нейтрально-черную делаю, хотя, наверное, по-хорошему. Но опять, понимаете, в графике это возможно. А можно сюда подпустить, да, вот здесь я же зеленый так употребил, умбру какую-то. Голубой не буду вводить. Будем сегодня вот на этом. Хотя вот этот зеленый вот с этим розовым, он, конечно, плохо совместим. Ну да ладно. Это не критично сейчас. Ну что, вот получилась у нас примерно такая картинка. Будем здесь закрашивать? Нет. Что бы сделал современный скетчер, который имитирует творчество, который имитирует все время? У нас идет постоянная имитация. Он бы сделал здесь набрызги сейчас. Я все время их спрашиваю, над ними смеюсь. Я говорю, вы зачем акварель испортили? Вот смотрите, естественные акварельные пятна, потоки, размывы здесь есть. Вот здесь, наверное, мы нарисуем как бы свет. Хотя тут все наоборот, свет идет отсюда. Ну, я сейчас не, опять же, я сейчас этот свет не пытаюсь повторять. Я сейчас ищу собственную гармонию в этом листе. Вот о чем речь. Поиск собственной гармонии. Да, людям нравится, когда это имитирует один в один реальность. А я не ставлю такой цели, как художник. Я не ставлю. И поэтому у меня немножечко она своя. То есть получается такая интерпретация, если можно так сказать. И цветовая, ну, пластическая в линиях, это само собой, да? И вот этот допуск, вот это вот расстояние между реальностью и условностью, это, собственно, и есть искусство. Вот так вот я вам на примере коровки где-то очень такого поверхностного рисуночка рассказал про основы, я считаю, искусства. Оно разное. Но вот само слово, ну, мне говорят, так сказать, апологеты постмодернизма, которые сами рисовать, кстати, не умеют, они мне говорят, что искусство разное, и ты в своей попытке там, значит, какие-то критерии типа навязать людям, ну, как я их навязываю? Я просто делаю то, как мне нравится, и когда меня спрашивают, почему у вас так хорошо получается, ну, многим нравится, да, я им рассказываю, что у меня получается потому, что у меня есть определенные критерии. И тут же те, кому не нравится, те, кто, ну, как бы
не учились и учиться не сильно хотят, они пытаются в искусстве себя проявить какими-то новствами. Ой, слушай, длинная история, ладно, я уже. Немножко не о том уже разговор, сейчас запутаюсь. Тестирование закончилось. Самое главное, что мы в этой работе поняли, что... Ну вот сейчас обмакну я. Ой, только коровку отсажу, а то запачкаю. Сиди здесь и смотри, как я тебя нарисовал. И поставим дату. Сегодня у нас 23. Сырая. Ладно, а разговоры наши продолжим потом. 23.09.22. Что, будем подписывать, что коровка? Ну, давайте подпишем. И, кстати, так уж получилось, что у нее имя с маленькой буквы пишется. Но зато большая А, опять маленькая Ро, потом две больших F. Ну, это вот такая специфика ее имени. И две больших F. И не потому, что она имитирует это FF немецкое, а потому, что она маленькая и вместо V говорит F. Вот. Получилась такая картинка. Можно рамку рисовать, но не буду. Рамка будет паспорту. Все. Вот так вот, да? Протестировали ручку, сделали вывод, что вот эти чернила, оказывается, не растворяются. Это большой-большой... Где коробочка? Вот она. Это большой-большой плюс. И маленький-маленький минус, что они достаточно сильно растекаются по листу, даже листу хорошей акварельной бумаги. Это даже не минус, это мы будем использовать. Четверка. Посмотрите, я не помню, что это. Китай, по-моему. Сделано в Китае. Ну, конечно, так и написано. Китай. Джухай какой-то. Район Сянчжоу. Гуандун, Китай. Ну, если бы не китайцы, что бы мы делали? Ну, все, пожалуй, на сегодня. Пока. До свидания. Thank you.